Вот так укладывают соединительную ветвь киевского и белорусского направлений для МЦД-4. Отмечается, что всего сделают более 16,5 километров пути. Работы проводятся специализированной железнодорожной техникой, в том числе путеукладчиков. Сейчас вот мы видим, что на этой эстакаде начинает формироваться новая железнодорожная инфраструктура. Здесь будет находиться два пути, два электрифицированных пути, поэтому мы можем сейчас наблюдать, происходит укладка пути. Параллельно работают коллеги по монтажу устройств контактной сети. Уже с запуском данной соединительной ветви появится возможность полноценно использовать в виде диаметра и соединить уже в целевом состоянии Горьковское направление с киевским направлением. За 3 года на соединительной ветви возвели 3 важнейших искусственных сооружения. Во-первых, это крупнейшая в Москве железнодорожная эстакада. Во-вторых, железнодорожный мост через Москву-реку длиной 286 метров. И, наконец, путепровод над путями киевского направления длиной 55 метров и общим весом 750 тонн. Одновременно проводятся работы по возведению фундаментов платформ и вестибюлей на 2 станциях – Поклонная и Кутузовская. Будущий участок МЦД-4 позволит подключить 4-му диаметру киевское направление, которое ранее было тупиковым. Пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, на МЦД, на станции метро и на Смоленское пригородное направление Московской железной дороги. Время поездки в пути между диаметрально расположенными районами Москвы и Подмосковья сократится в 2 раза. Ожидается, что эти многоярусные пересадочные узлы улучшат транспортную и пешеходную логистику. И большая часть работ уже выполнена. Завершить строительство планируют в 2023 году.